Магазин постоянных распродаж «Галамарт» порадует губкинцев огромным ассортиментом товаров и приятными ценами. В просторном и светлом зале все аккуратно разложено по полочкам. Здесь можно приобрести любую необходимую вещь – от школьной тетрадки до бытовой техники. Гибкая система акций и скидок позволяет совершить покупку с большой выгодой. Еще один плюс – соответствие товаров сезону, ведь здесь делают все для того, чтобы следовать запросам покупателей. Преимуществ на самом деле в магазине много. Ну, одни из главных преимуществ – это всегда большой ассортимент сезонного товара, то есть магазин всегда готов к сезону, то, что сейчас нужно. Сейчас у нас большой выбор, допустим, канцелярии, то есть сейчас идет школьный сезон, большой выбор канцелярских принадлежностей, все для школы. А в дальнейшем уже будет ассортимент нового года, уже планируется завозиться. «Галамарт» – это в первую очередь семейный магазин. Здесь каждый сможет найти что-то подходящее для себя. Товары для дома и уюта, инструменты и автотовары, игрушки и вещи, необходимые для активного отдыха. Серии различных товаров обновляются в среднем раз в месяц. Выбор нужной вещи также не составит труда. Сотрудники магазина всегда готовы рассказать о преимуществах того или иного товара, а также о проходящих акциях и других выгодных предложениях, действующих на данный день в магазине. Мы всегда готовы помочь каждому покупателю, помочь ему найти нужный товар. Приходите все в наш магазин, всегда всем рады, всегда все подскажем, поможем. В нашем магазине всегда есть все. Стараемся предоставить весь ассортимент, который вам нужно. Если что-то вы не найдете, можете подойти и спросить, и мы с вами обсудим этот и постараемся, чтобы данный ассортимент появился в нашем магазине. Мы работаем для покупателя. Комфорт для покупателей – девиз компании. Здесь предлагают необходимые товары и делают все возможное, чтобы каждый выходил из магазина не только с желанной покупкой, но и в прекрасном настроении. «Галамарт» в Губкинском находится в 5-м микрорайоне и ждет горожан ежедневно с 9 утра до 9 часов вечера. Валерий Усманов, Денис Вельков, новости Губкинского.